И вот мы двинули на юг, к Чили. Видимо, у Игуайра были крутые друзья в верхах, потому что по прибытии нас ждали танки. Давно отвыкнув от такой поддержки, мы радовались, как дети Рождеству. Хоть нашим подарком и был взбесившийся русский вояка. Чего там говорить? Бывало, отпуск и похуже. Право 2, это берег, прием. Слушаю, берег. Последнее место, где видели Кириленко, то ли поселение, то ли военный лагерь у ветряков Толиней. Сделайте все возможное, чтобы взять его живьем, но если не выйдет, сами знаете. Вас понял, берег, конец связи. Кодьяк 3, меняем путь следования. Добро пожаловать в красную зону. Атакую. Марлоу, такой крошкой ты легко их уничтожишь.